Приветствую вас. И отвечая на первый вопрос, я бы хотел сказать так, что самое очевидное для начала, почему вас умиляло изначально то, что он рассказывает вам обо всем, что делает, потом перестало. Почему умиляло и почему перестало. Далее. Самое очевидное. Значит, спросить у мужчины самостоятельно, почему он так делает. Если вы любовники, то, наверное, какое-то доверие между вами есть. Вот и постарайтесь у него спросить, зачем ты мне все это пишешь. Может быть, правды вы и не добьетесь, как таковой, но, по крайней мере, хоть что-то понятно будет вам, и на что-то можно опираться. Говорить о том, что двигает человеком, если это не является непосредственным собеседником или клиентом, как вы, например, ну, вообще-то говоря, не позволяет профессиональная этика. Могу только сказать, что мысль ваша правильная в том, что он удовлетворяет свои потребности. Это действительно так. Не знаю, как вы пришли к этой идее, но она верна. А я полагаю, что мужчина реализует в этом свою потребность в духовной близости. То есть так вот для него проявляется духовная близость. Или, может быть, так он показывает вам свою честность, например, мол, вот смотри, что я делаю, ничего от тебя не утаиваю и так далее. Это я отвечаю вам и предполагаю только потому и только из-за того, что мы вот с вами так общаемся. То есть вы не находитесь, например, у меня на приеме, в таком случае я бы вам этого говорить, конечно, не стал, потому что, ну, все-таки нужно... Нужно все-таки соблюдать этику, стараться ее соблюдать. Вот. А я думаю, что вы относитесь к этому с пониманием. Ну, надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием. Вот. А далее. Значит, тут ведь, знаете как? Тут ведь основное не то, почему мужчина это делает. Да, он может делать все, что угодно. А тут ведь основное это в том, как вы к этому относитесь, понимаете? То есть это все-таки немножечко другие вещи. А далее, значит, вы спрашиваете, значит, могут ли наши отношения продолжаться дальше. Вы знаете, ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, вот какие у вас моральные принципы, взгляды и так далее. Я поясню. Дело в том, что могут продолжаться ваши отношения, особенно если мужчину все устраивает, если вас все устраивает и вообще всем как бы хорошо. Вот. Другое дело, если вам объективно вот, не нравится то, что вы на вторых ролях. И если вы не хотите быть на вторых ролях, а если вы хотите быть единственной для своего мужчины, если вы хотите быть для него первый, всегда и везде, то, конечно, в таком ключе и при таком подходе отношения ваши продолжаться не могут. Почему? Потому что мужчина не развелся со своей женой. И, по сути, не разведясь со своей женой, он вступил в отношения с вами. И что невольно создает эффект, при котором
Он удовлетворяет волей или неволей свои потребности серии 2. Он это может делать неосознанно. Он это может делать по разным причинам. Но вне зависимости от этого, вне зависимости от того, по каким причинам он это делает, факт тот, что пока его потребности актуальны, он с вами, как только его потребности перестанут быть, значит, таковыми, как только его потребности перестанут быть актуальными, значит, сразу же он может перестать обращать на вас внимание. И в этом случае вы окажетесь в зависимости от человека, что, по сути дела, вернет вас в зависимость, да, вернет вас в пучину страданий, скажем так. И этого нужно избежать в любом случае. Поэтому смотрите на свои предпочтения. Если воспринимаете мужчину как что-то временное, то, соответственно, могут продолжаться отношения. Если хотите построить с ним что-то серьезное, то, соответственно, нет. А в этом случае вам нужно мужчину просто-напросто поставить в известность относительно того, что вы не готовы терпеть такое поведение с его стороны, такое отношение с его стороны. И до тех пор, пока он не разведется, что особенно актуально с учетом того, что он со своей женой только из-за привязанности, вы не будете с ним в отношениях. Если у него есть чувство к вам, он это сделает. Он просто для себя это сделает. Ну а если он вас просто использует, то он будет тянуть развод. И, собственно, будет кормить вас обещаниями. Но в таком случае уже вывод делать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.